Очень тяжело. Очень тяжело играть после такой хорошей группы. Вот. Слаженной и громко звучащей, поэтому я прошу прощения немножко. Я еще не вошел. Итак, вторая композиция называется «Агония». Thank you.
Это блюз. Называется он «Против течения». Но ассоциативная связь здесь не сколько с самим течением, сколько с его результатом. Сейчас я попытаюсь, значит, спеть вам песенку. Песня написана, значит, на стихи Арсения Тарковского и называется «Прощение». Прощаюсь я с кожей,
вчерашнего дня. Больше я от себя не желаю вестей и прощаюсь с собою до мозга костей. Вот уже в стороне над собою стою, отделяю посылую душу мою, в стороне оставляю себя самого, равнодушно гляжу на себя, на него. Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня, здравствуй, хлеб без меня и вино без меня, сновидения ночи и бабочки дня. Здравствуй, все без меня и вы все без меня. Вас не сумею сберечь. Больше сферы подвижной в руке не держу, и ни слова без слова я вам не скажу. А когда-то во мне находили слова люди, рыбы и птицы, листва и трава. Все без меня, и вы все без меня. Все без меня. Узреть, какую боль скрывают их глубины.